ипотека под 6% годовых. Такие условия кредитования станут доступны работникам бюджетной сферы. Речь идет о социальной ипотеке в районах области. Сегодня региональные операторы ипотечного кредитования РОИ-ЖК предоставляют ряд программ при ставке примерно в 10% годовых. По вручению губернатора Игоря Орлова правительство разработало программу. Согласно ей, врачи, педагоги и ряд других категорий работников из районов области смогут улучшить жилищные условия, получить 500 000 рублей под 6% годовых. Изначально, имея комнату, можно на этот финансовую поддержку приобрести однокомнатную квартиру. Ну и вот в такой последовательности можно работать. Мы этот механизм разработали, и с учетом наполняемости бюджета в этом году будем рассматривать в марте-апреле уже внедрение его в 2016 году. Программа актуальна для тех муниципальных образований, где не хватает врачей и учителей. Для участия необходимо соблюдать два основных критерия – работать в бюджетном учреждении Архангельской области и иметь минимальный семейный доход в размере 22 000 рублей в месяц.